чай твоего отца. Если ты пришла мучить Джейкоба, лучше убирайся. Мутя, фу-фу-фу. Кафу. Вскоре после смерти отца ее брат тоже переродился. Ему 15. Он у нас самый молодой. Сэм заставляет его учиться, а он рвется в бой. Уж лучше бы я сидела дома. Как тебе не стыдно? Да я же не из-за того, что она девушка. Блин. Мутя, ну все. Не спас. Сэм бросил Лео ради Эмили? Да, и Сэм ненавидит себя за то, что причиняет ей боль. Но Эмили его единственная. Он находится в трудной ситуации. Это больше, чем крышеснос. Сэм запечатлен с Эмили. А что это такое? Надо их научить вязать. Все, свободны.